Исполняющий обязанности президента и премьер-министра Украины Александр Турчинов и Арсений Яценюк отреагировали на подписание в Москве договора о принятии Крыма в состав России. На созванной пресс-конференции они заявили, что кризис из политической фазы переходит в военную и становится опасным для безопасности и жизни украинцев. Сегодня президент России Путин, который любит рассуждать о фашизме, копирует сам фашистов прошлого века, аннексируя территорию независимого государства. Аннексующая территорию независимой страны. Турчинов и Яценюк заявили о необходимости создания комиссии на уровне Министерства обороны России, США и Великобритании, чтобы избежать эскалации конфликта и человеческих жертв.